Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас новости по изменению баланса в игре Brawl Stars. И вы знаете, есть о чем поговорить, и кое-что в игре изменилось. Теперь некоторые персонажи вернутся в мету, а некоторые станут хуже. И сейчас мы о них поговорим. Со мной, кстати, в Дискорде Гарда. Всем привет. Привет. Ребята, Гарда уже у себя на аккаунте почти всех персов апнул на 35-й ранг. У него осталось 2 перса, это... Леон и кто еще? Нани. И Нани. Я хочу с ним последнего перса апнуть вместе на 35-й ранг и записать про это видео. Если вам интересно, то прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. Также подпишитесь на Гарду, если вам интересно следить, как он апает всех персов на 35-й ранг. Ссылка будет в описании. Ну и сейчас мы поговорим про изменение баланса, что же в игре изменилось, кого бафнули, а кого ухудшили. И это мы дело затестим. Первое. Про большую игру. Сейчас у нас раборубка не продемонстрировать, но по большой игре изменение следующее. Уменьшено здоровье большого игрока на 20 тысяч. Я никогда не играл в этот режим, мне абсолютно поровну, что там изменили. Поэтому движемся дальше. Итак, по персонажам. Карл, дорогие друзья, Карла возвращают в мету. Ему увеличили урон от основной атаки с 600 до 660. Короче, на 60 урона ему увеличили. Гарда, я не особо умею играть за этого. Скажи свое мнение по поводу Карла. Он... Ну, Карл теперь будет намного лучше, потому что раньше на нем очень много играли. Вот в последнее время на нем очень мало играли. Наверное, из-за этого ему увеличили урон. Ну, мне Виталий говорил, он любит за него играть, но он не метовый сейчас и какашка. Но то, что мы увеличили урон, это в тему. Поехали дальше. Урон просто. Макс, увеличили урон от основной атаки с 300 до 320 за пулю. Тоже немножко бафнули ему урон. Проверять мы это не будем, потому что, ну, сейчас у нас нет команды, и это не за одну катку проверяется. То есть, когда пушишь перса, тогда ты почувствуешь это. Приходите ко мне на стримы более детально. Некоторых мы персонажей сейчас протестим. В общем, немножко бафнули Макса. Ну, это тоже круто, потому что ему не хватало маленькой имбовости. И то, что его бафнули, это круто, потому что мне скоро его апать на пути рангов. Дальше. Мистер Пи. Мистер Пи увеличили здоровье с 209... Боже, с 2900 до 3200. Теперь он пожирнее. Давайте посмотрим статистику его. Вот, здоровье его... стоп. Здоровье базы 3900. А где его здоровье? А, 4400. Не понял. Увеличено здоровье... Там показывают первым уровнем. А, это первый уровень. Ну, короче, это же у меня... Да, фуловый перс. А я вам зачитываю про статистику первого уровня. Ну, неважно, оно параллельно и на других уровнях увеличилось. Короче, мистер Пи теперь чуть-чуть пожирнее. А вот это уже интересно. И это мы с вами сейчас, ребята, пойдем и протестим. Нани, ее бафнули, ребята. На 10% увеличена скорость перезарядки основной атаки. На 10%. Пока не могу ничего сказать. Сейчас пойдем с Гардой в дуо и обязательно затестим это. Но давайте еще пройдемся по изменению баланса полностью по всем персам, а потом пойдем всех тестить. Тара. Тара. Увеличено здоровье тоже с 3200 до 3400. Так как и на пингвине, да? А, не, на пингвине с 2900. Ну, неважно, короче, на Таре тоже увеличили здоровье. Слушай, а разве она... Ей не хватало ее? То есть, она вроде метовая. Да, не, мне кажется, она и так была... Да, она была хорошим персом. Она хорошим персом. Я тоже... Ну, я просто ее апал, не знаю. Мне показалось, что она нормальная. Ну, ладно, увеличили. Это хорошо. Движемся дальше. Следующий персонаж Биби, снижение здоровья. Дальше пошли дебафы, ребята. С 4К до 3800. Теперь у Биби меньше здоровья. Но вот она реально бесила меня. Вот ее немножко дебафнули. То есть она стала хуже. Ну, я думаю, незначительно. Биби как была, так и останется в мете, мне кажется. Дальше поехали. Брок, тоже снизили здоровье с 2800 на 2600. А вот по этому персонажу, блин, капец, я только его хотел пушить на косарь кубка, вот только вот вчера еще хотел. И кто же знал, что будет сегодня изменение баланса? Джину, ребята, убрали один гаджет. То есть у него теперь вместо 3-2 гаджета. Та же история была с Вороном, та же история была с Эмс. Вот видите, теперь у Джина не 3 гаджета, а 2. Я не знаю... Посчитали его вот таким. Я и говорил, что, блин, капец, у Эмс забрали гаджет, а у Джина нет. Они же похожи. Не-не, у Джина нормально, говорили мне. Вот, смотрите, минус Джин. Не, но он все равно будет, опять же, топовым.
Но да, не... его все равно его затяжка будет очень сильно решать. Да, его затяжка просто, у него ульта крутая. Но гаджет, конечно, теперь ББ. Ладно, дальше поехали. Ну и последний персонаж, которого пофиксили, это, друзья, Джеки. У нее тоже минус один гаджет. Я не парюсь, я Джеки не собирался апать, она у меня на 1000 кубков уже была. Но я согласен, что Джеки, ну, блин, да, у нее гаджет сильный. Но теперь будет 2. Теперь она реально не такая будет прям сильная, потому что вывозила она в основном из-за гаджетов. Ну и по ошибкам. Исправлена ошибка, где роботы атаковали сейф роборубки, там, когда игроки прятались за стенку. Исправлена ошибка, которая мешала играть в большой игре. Опять же, мне это неинтересно. И исправлен баг, из-за которого невозможно было сыграть в испытание, если у игрока было 4 поражения от предыдущего испытания. Вот, это все, что я хотел вам назвать по изменению баланса. Но теперь мы сейчас пойдем в дуэль с Гардой в ШД, протестим на ней. Ты будешь на этом, на Бо? Да, на Бо. Ну поехали. Сейчас прикол. Говори прикол. Смотри, сейчас я ставлю гаджет, ага. И мы просто сидим, и ты копишь свою голову и пускаешь ее на всех. В натуре, слушай. Я сейчас буду просто на ульте. У меня на ней 900 кубков, не хотелось бы, конечно, да хотя пофиг, но сейчас посмотрим, 10% перезарядки, но это чуть-чуть будет быстрее, да. Посмотрим, короче, сейчас. Ну, мне кажется, это будет чувствоваться. Да, это будет, конечно, поярче, пух-пух такие пульки будут. Ну, сейчас посмотрим, как только подберутся сопернички, я подрублюсь. Тединс, поехали. Погнали на низ, тут банок нету, если что, это такая карта. А, просто карта без банок, лол, фу, бэ. Как можно без банок? Я помню эту карту. Короче, надо будет же еще протестить. Давайте сейчас выстрелю хоть куда-то. О, стоп, сейчас подойди сюда, родной. Интересно, мы сейчас... Блин, да, вот это, конечно, будет трубец. Ну, сейчас. Долго еще до ульты? Уже все, ульта. Окей. Так. Блин, она зажимает. Ничего, сейчас все будет четко. Погнали туда, направо. Да, сейчас, погнали. Так, сейчас, я пошел с ульты. Мало. Давай. Просто отлично. Nice. Но я умер. Так, 900 кубков, ребят, играем. Здесь никого нет. Но я еще особо не пострелял, поэтому сейчас пока сказать ничего не могу. Боже, зажимает, капец. ШД, детка, это ШД. 3, 2, 1, я резаюсь. Так, да, окей, все, поехали. Да. Так. Тихо. Оп. Блин, на гаджете говно малое. Чиколь. Я убегу. Не, или не убегу. Не. Не сработала тактика. Давай с каким-то метателем или... минус 8. Капец. Давай спраута возьму. Давай спраута, а то вообще жесть просто, нереально. А спраута не пофиксили? Спраута вообще ничего не сделали. Капец. Ну на ней должны были бафнуть. Я еще думал бафнут Гейла. Да, это 100%. Я еще думал бафнут Гейла. Но нет. Изменение баланса должно было состояться, поэтому... если... Ну, я в конце подрезюмирую. Сделаем какие-то выводы. Давайте сейчас... Сейчас мы, короче, развалим. Блин, капец, прилетает. Ай, я сдох. Ё-моё. Это спрауты, это 2000. Снова зажимает, ё-моё. Это ШД. Что за фигня? Это ШД. Ладно. Гребаный рот. Ух ШД. Так. О, там нет справа-то. Погнали. Дайте мне хоть выстрелить, дайте мне затестить на. Там одну хп, по-моему, убия было. Или это пассивка? Ооо! Так, получается, перезарядка у меня быстрее, да? Да. Пробуй, чувствуется ли не такое? Ну да, нормально. Ну, конечно, если бы сделали быстрее, это бы очень жестко было бы. Ну, да, нормально перезаряжается. Как у Фрэнка бы был бы реген. Слишком жестко. Да, так. Оп, бедная Биа. Вот это мы так, как сейчас Биа и Дэрил. Да. Тупо гоним их. Так. Сейчас затащим. Так. Пока. Тут же никого в этих пустях. Пум, пум, пум. Так, окей. Минус Дэрил. Зажимаем их. Мне так нравится зажимать. Так, да у тебя вообще жесть там. Урон. А, вот они, пошли. Господи, чё справа-то не пофиксили, это капец.
Спраута, да. Ты хотел бы, чтобы Спраута пофиксили, да? Да, очень хотел бы. Все, Брок добьет тебя. Топ-2. Давай еще катку, чтобы, может быть, вернуть. А, кстати, я хочу посмотреть. 6 кубков, серьезно? Так, потом в конце ролика посмотрим. Не, ну, вообще в 3 на 3 бы поиграть, чтобы для объективности сравнить. Ну, вообще, да, на ней пободрее будет. Но остальное все и так понятно. Кому-то хп добавили, убавили. Это будет заметно, когда покатаешь. Вот, ну а то, что минус 2 гаджета, ну, по гаджету забрали у Джеки и у Джина, это больно. А справа на месте. Так, окей. О, слева, ой, точнее, справа вверху нет справа-то. Погнали туда сразу. Ну это труба, не взять справа-то. А, нет. Так. Убегай. Да я живу, живу. Так. Там уже они тимятся, прикинь. У Туо уже тимятся. Они с нами тимятся, не? Не-не-не, они там снизу. Блин, на них бы хп, если бы добавили, тогда бы еще круто было. Да, на них тоже хп. Надо. А то прям две тычки минус я. Да, перезарядка чувствуется быстрая. Сейчас. Аккуратно. Я тогда уверен, 100% следующие обнови будут фиксить этого Спраута. Потому что это самый лучший персонаж. Ну да, он сейчас на сегодняшний день самый сильный перс. Да, вообще. Подхилиться. Так, хорошо. Смотри, тимится, гады. Да блин, нечестно. Нечестно. Мне бы ульту. Но мне одна тыка осталась. Там внизу воробушек. Так. Блин, зажимают, да? Да, ну, отстреливать надо. Еще эти метеориты. Ну, по ним они там пуляют, это хорошо. Так, да-да, потому что они тимятся. Да. Так. Оп, попал, все, попал по ворону, у меня есть ульта. Кого пойти убить? Или пока не ждать? Знаю. Не, пойду, я пойду, 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 пойду. Развалю. Ой, пацаны, привет, под четверым просто, вот она. Все, тиммером разбили. Минус тиммера, ребята. Вы видели, как ульта зарешила? Все, крутимся. Мы без единой банки весь бой были, чтобы вы понимали. Да. Сейчас... ворон! Что вышел, блин? А, он под щитом был. Ну, топ-2. Не, короче... Короче, в три... Что, еще одну катку? Давай еще одну. Это ж топ-2. Давай еще одну, чтобы вернуть 900 кубков. Поехали. Ну, вообще, опять же, был бы кайф, ой, был бы кайф отыграть в трио, потому что там нету такой дряни, как в ШД. Тиминг, там зажимают, там ты либо играешь нормально, либо не играешь. Вот, а тут хоть играй, хоть не играй, если метеориты стреляют снизу, сверху, ну такое, типа, сыр-бор. Ну ладно, сейчас еще одну каточку, посмотрим, как закончится она, и будем завершать. Херово еще, что банок нету. На ней разбивает банки моментально. Да. 2000 или 3000. Не совсем подходит, конечно. И дальность, конечно, если бы увеличили дальность немного, да? Да. Да занезалбали, кустарники. О, блин. А, чуть-чуть не вернули кубки. Еще крутится. Катка. Так, поехали. Надо топ-1 взять. Так, сверху Спраут и Ворон. Вниз пошли. Пошли. Так. Привет, Джин. Иду, иду. Ого, урон. О. Так. Найс. Зажимаем, так, зажимаем, да. Пока. Пока. Бай-бай. Я добил. Так, отлично. Ну все, две банки уже пободрее. Ты куда? Так. Две банки на карте, где нету бустов, это вообще сильно. Так. Да, проверять центр. Можно с центра прям зайти. Так. Ну, аккуратно, чтобы не зажали. Ну, будем смотреть. Ну, смотри, слева ничего нету, поэтому если что, влево уходить будем. Да.
Неси походу справа, вот там вот пошли. Так, там что? Надо топ-1, надо топ-1, мы ни разу топ-1 не занимали. Угу, да. Так. Так. Ах, не попал. Вот там сверху Тима. Сейчас, я тут буксую. Опа, попал по справу-то. Все. Полетела голова. А ну-ка. Опа, попал по справу-то еще. Блин! Урон дикий. Блин, я ульту зря слил. Хорош. Ничего. Блин, вот это сейчас плохо, на самом деле. Надо вот сейчас как-то... со всех сторон, главное, чтобы не убили. О, давай эту Тиму зажимаем. Оп-оп. Я пойду сейчас. Зажимаем. Ай, найс. Хорошо. Сейчас Спраут надо убить. Все, убил. Тима. Я пошел на голове. Ты в яде. Блин! Я от яда сдох. Черт. Да. А он сам подошел, да, к яду? По-моему. Нет, ты подошел. А. Ну я тоже поджал, правда, там. Я когда ульту использую, он там двигается немного. А ну попробуем затащить. У них 5 банок у нас. 0 и 2. Да я не попадаю. Нет, вообще. Как? Ладно, еще одну сыграем. Так, сколько нам кубков дадут? Ну 6, блин, за второе место 6 дают. А, ну чтобы 900 вернуть, надо топ-1 сейчас взять. Ну все, это точно ласт. Сейчас надо постараться. Поехали. Угу, вниз пошли. А-а-а! Как всегда. Но все равно на ней как был сложным персом, так и останется. Но при этом пободрее. Да, очень сложно попадать. Ну, пободрее. Чуть-чуть. Блин, не могу. Блин, плохо дело. Лучше уйду. Так. Хорош. 4 секунды. Встаньте. Хорош. Да нормально, ты на отходе, когда подкидываешь, они получают больше урона, чем мы. Ну да. Но они не попадают. Не достают. Да блин. Вот достало. О-о-о. Попал. Найс, хорошо. Так. Твою голову сейчас бы набью. Да-да-да. О, она минус оса. Блин, опять настакала. А у нее щит, пассивка. Я понял. Да твою мать, ну вау. Блин! Все, тебя зажали. Не. Хотя, может, убежишь. Так капец, все тебя нет. Атакуют. А-ха. О, рыбаный ШД. Все, это точно ласт, пацаны. Неважно, какое мы место займем. А, вот, протестили знатно так Нани. Ну, надо топ-1. Сейчас топ-1 займем и все. Давай, топ-1. Угу. Блин, я еще забываю за гаджет, но он тут не очень полезный. Хотя, может быть. Вот в соло он был бы более полезный, я уверен. Просто тут дуо, ты можешь телепортироваться, и тебя вдвоем просто убьют. Все, их зажимают. Добил. Пайпер без тиммейта. Блин, пчела убьет. Бия, блин, говнючка. Да-да, Бия, капец. Попал. Блин, там обушка. Есть обушка. Пайпер тут. О, Пайпер убили. Хорошо. А ну-ка давай. Пум, минус ворон. Найс. Ты и там, и почти, да-да, и минус Джин почти. Хорошо. Надо Джина добить. Я его иду. Пожалуйста, вот добил. Уже? Ну я умру, наверное. Но я тебе банку дал. И Джина убил. Хорошо. Там просто справа зажал. О, хорош. О. Отлично. И притянули. Накид. Боюсь. Так, ну мне тут до ульты панты осталось. Оба. О, найс. Оба. Все, полетели. Пам. Пам. Иди заб... Оу, блин. Не-не-не-не-не, я прикрою. Отлично, хорош. Отличная ульта, вообще шикарно. Ля, как закрыл. Да. Накидывай на банку. Него. Хотя, сейчас это, заберешь банку. Да-да, заберу. Хотя не надо забирать уже. Ну,
Почему? Сейчас так тупо не надо взять. Ладно, забирай все равно. Не, заберу. Ой-ой-ой. Ты так, кто там остался, блин, как тут обойти? Кроу один. А, один кроу, все. Вот оно! Гребаная ШД, блин. Не, ну мы немножко разыгрались и дела. Ну, 900 не вернули. Да и ладно, не принципиально, 900, если захочу, верну. В общем, друзья, по балансу. Карл в мету возвращается. Джеки и Джин теперь будут... Ну, Джин еще ладно, а Джеки теперь будет чуть-чуть похуже, прям чувствоваться это будет. Да. Вот, Нани, ну я не могу сказать, что ее прям бафнули, она супер имба. То, что полегче играть, это факт, будет. Но ее сильно не бафнули. Если бы ее расстояние увеличили, хп добавили, это уже было бы другой разговор. И тогда бы уже на ней что-то... Ну, в любом случае, то, что ее немножко улучшили, это плюс. Спраут все на месте, все так же, не знаю, его не тронули ни, вообще ни копеечки, не взяли с него. Но он все так же по-прежнему имба. В общем, 20 минут ролик получился. Ставьте лайк, подписывайтесь на меня, на Гарду. И желаю вам всем удачи, хороших каток. Пишите свое мнение по поводу изменения баланса. Пока!